внимание. Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Итак, сейчас самое интересное. Мы сейчас узнаем их увлечения, куда они вообще ходят и отдыхают, либо что-то посещают. Итак, встаем ко мне спиной. Лёд. Смотри. Макдональдс не считает. Лёд. Смотри на меня. А где ты? Я не вижу. Они начинают, ну, соответственно, мне отвечать, да, и, может быть, догадываются, может быть, нет. Ребят, друг другу не подсказываем, не подсказываем. Ой, Дмитрий, даже не знаю, что вам сказать. Дмитрий, а вы мне что-нибудь там купите? Что-нибудь, да что? Что-нибудь интересное? Конечно. Аплодисменты. А вы там работаете или отдыхаете? Отдыхаем. О, хорошо живете. Да, а вы как туда кастинг прошли? Обычно говорят по объявлению. Вы, наверное, много бигмаков и картошки привезли, да, и вас сразу же взяли, да? Носил? Аплодисменты! Молодец! Часто вы там бываете? Ну, если один, то нет. Ну, то есть часто, я так понимаю. Ну, один, то там не бывает. Каждый день, да. С женой? Не всегда. Я по жизни не понимаю. Скажи, с партнершей. С партнершей? С другом. Как попадется, скажи. Да, я так понимаю. С двумя! Аплодисменты! А вы меня туда с тобой возьмете? А то. Очаровашка! А у меня есть шанс туда попасть? Конечно. Там шанс есть у всех. Итак, а там как цены кусаются? Так я же плачу за все. Итак, вы там отдыхаете, а как вы вообще туда попали? Самолетом. Как вы пожелали, так и попали. Как вы пожелали, так и попали. Да, да. То есть мечты. А Ксения Собчак вам нравится? Я все понял. Ну, если подушку закрыть. Итак, все, я подсказываю уже нашим, да, напрямую, чтобы они догадались, что у меня. Дмитрий, ой, даже не знаю. Вы там бываете с двумя, за все платите, вам там, походу, дело очень нравится. Вот. Кстати, жениху с невестой что-нибудь оттуда подарите? Сюрприз будет. Вот сейчас идет сюрприз, отлично. Вы догадываетесь, что это? Нет. Точно не догадываетесь. Аплодисментами поддержим! Итак, вы там не по работе, я вас туда отправила, вам там хорошо, со мной туда вы и меня. А, вместе мы туда поехали. Ой, я даже не знаю. Может, не будем оттуда возвращаться, там так хорошо. Ну, что лучше-то? Может, куда-нибудь в Африку? Ну, в принципе, оттуда можно и после Африки. Аплодисменты! Ну, вы туда пришли, всех очаровали, кастинг прошли, Собчак вам не больно нравится. Ну, вы вообще очаровашка, что это?
Дом 2. Да. Аплодисменты! Спокойной ночи, друзья!